Итак, друзья, продолжаем тему лампочек. Вот еще один непростой вариант, когда лампа была уже отремонтирована, но, в общем, со временем что-то тоже пошло не так. Но по светодиодам точек на светодиодах нет. Не видно, какой сгорел. Еще для этого используем тоже вот такую вот. Вот такой лайфхак. Ну и ищем светодиод. Мы соединяем его плюс и минус соответственно. Ищем светодиод, который сгорел. То есть мы как бы отключаем. Оп, раз, и вот он нашли. Вот он, этот светодиод. Еще раз, сейчас не могу соединить, потому что пальцы. Нет. Так, ну что, выпаиваем. Он даже чуть-чуть как бы приподнят на свои ножки. На свои ножки лапки. Вот смотрите, помните, я сначала мигнул, оно что-то было, потом пропало. Значит, второй тоже сгорел. Вот видите? И он сгорел у меня прямо в руках. Так что выпаиваем вот эти два. Так, отключаемся от сети. Совсем забыл. Сетью мы паять не будем. Раз. И два. Так, берем припойчик. Раз. И два. Проверяем, чтобы он держался. И вуаля. Все горит. Пожалуйста. Все, всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.